Если папа увидит вот это, что ты делаешь. Смотри, как классно мы с тобой играем. И стоит она вообще очень маленькие деньги. Девочки, смотрите, это какой-то жидкий клей. Я сейчас просто закинула это, знаете, куда? На. Это хочешь? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и Даниэл. Даниэл Бой, Бэйби в Инстаграме. Сделала ему аккаунт. В общем, сегодня мы договорились снимать вместе видео, потому что он мне не разрешал снимать одно видео. И сегодня у нас покупочки с Алиэкспресс, наконец-таки. Что-то в последнее время я вот штудирую, чтобы интересненько заказать на Алиэкспресс, показать вам, ну и себя порадовать. Дэнь, только вот это вот нет. Если папа увидит вот это, что ты делаешь, нельзя... Ну понятно, да, ребенок, что на маму смотрит, то и делает. Так, что у нас? Первое, что я хотела затестить, очень много приколюшек таких, ну не очень много, но приколюшки конкретные я взяла. Мы с вами затестим, но я уже не первый раз покупаю вот такие матовые помады на Алиэкспресс. И мне они очень нравятся. Я решила еще несколько цветов взять, давайте с вами посмотрим. И сейчас как раз я накрашу губы, я их специально не накрасила, для того, чтобы накрасить с вами. И протестить цвета. Матовые эти помады, они прям полностью повторяют мои наборы по качеству, которые продаются у меня в магазине. Вот так вот они выглядят, продаются по 4 штучки. Я их очень люблю, разные наборчики есть. Вот. И по качеству, по своему и свойствам, они мне прям их напоминают. То есть можно у меня в магазине взять набор, кто любит, да, можно на Алиэкспресс взять. Вот, какую протестим, глянь. Они у меня, короче, две, одна такая... Какая-то, одна какая-то прям бежевая, молочная, мне кажется, она слишком будет белая. Вторая вообще какая-то под коричневый. Что ты сделал, Зай? Зай, ну мама новую палеточку только купила. Зай, мы не договаривались с тобой, что ты мне сломаешь. Смотри, давай покажем. Вот, смотрите, что мальчик сделал. Хорошо, не мой любимый, этот не мой ходовой цвет. Но теперь нужно собрать это все, Зайенька. И что? И сделать. Садись. Ну, да. Вот такое, скажи, недоразумение получилось, да? Теперь мама без своего хайлайта. Так, давай мне цвет. Вот этот я хочу накрасить. Мама, накрась сейчас. Дай. Нет, я другой. Давай другой. И вот этот хочу. Более розовенький. Подожди, это туда не делается. Да? Нет, на тебе что-нибудь. На, да. На вот. Целый набор помад. Открывай. Сейчас мы накрасим. Эти помады тоже очень быстро сохнут. Они ложатся как суфле, они вкусненько пахнут. Так же, как и вот кайли, которые у меня продаются. И сейчас вот, сейчас пока свеженький такой цвет, и сейчас он немножко будет в розовиночку ходить, я помню, у меня что-то похоже есть. Нет, это нельзя так делать, Зай. Это нельзя. На. Все, иди разбирайся в этом, ковыряйся с помадами. Итак, дальше. Да. Я все накрасила, видишь? Теперь могу тебя целовать, и не будут оставлять следов. Сказала по-русски. И не будет оставляться следом. Не хитри, ты со мной не поменяешься. Ты сломал мне одни. Все, держи. Смотрите, следующее, что я купила на Алиэкспресс. Мне несколько раз приходили запросы, что Селена, сними, пожалуйста, виниры, которые продаются на Алиэкспресс. Ну и, конечно же, я заказала вообще. Еще какие-то у меня должны были быть. Пакете. Кстати, надо пойти поискать. Потому что я два вида заказала их. Короче, вот такие вот. И здесь открывается. Коробочка классная. Одна коробочка, наверное, этого стоит. И здесь внутри вот такая вот херня. Состоящая из типа винир, да? И какой-то пластмасски. Что эта пластмасска делает, я не пойму. Инструкции нет, совершенно ничего нет. Она просто пластмасска. Она не... Я думала, что это, знаете, типа жвачки такое, что-то клейкое, но она нет. Никакая, она просто деревянная, я вообще не понимаю, зачем она нужна. Может быть, просто как бы здесь лежала и лежала. Но
То есть это только чисто вверх, да? Ничего, что я полапала руками. Сейчас засуну ее к себе в рот, это нормально. Но сам факт, что я вообще не понимаю, для кого это реально делали. На мои зубы совершенно не подходит, он даже не садится. Да и не нужно в рот это. Мама, в рот ты теперь гадость. Короче, вообще непонятные виниры, вот это. И просто реальная трата денег. Я, честно, не понимаю, как они сядут, они меньше. Это просто невозможно вот так вот взять нормальные виниры, которые будут подходить. Я не знаю, с какого материала они должны быть. Они, наверное, знаете, какие должны быть? Вы их берете, они какие-нибудь такие мягкие, как-то укладываете по своему, и через время, допустим, там через час, через полчаса, они там должны как-то подсохнуть, ну что-нибудь такое, знаете? Но то, что продается на AliExpress, типа виниры, это полная хрень вообще, полная хрень. Девочки, смотрите, это какой-то жидкий клей. Я сейчас просто закинула это, знаете куда? В кипяток. Кипяток, он стал прозрачным и стал вот таким каким-то, вот таким вот. И походу это нужно сделать сюда, вот так вот, да? Сейчас мы протестим, надо делать это быстро. И теперь на зубы. Ага. Короче, надо что? Это надо делать быстро. Но в любом случае эта фигня, она на меня маленькая. Вот. Что-то пришло мне в голову на сделать ее горячей. А дальше очень интересная вещь, которую я приобрела на AliExpress. Мы с Денечкой уже протестировали и вам покажем сейчас. Это такой, такие наручники для детей, которые надеваются вот большая на маму и маленькая на ребенка. И ваш ребенок типа никуда не денется. Знаете, такое на расстоянии двух вытянутых рук он будет ходить. Но Денька очень интересно реагировала на эту штуку. Он меня тянул и недовольный, потом что-то свалился. Короче, там на видео посмотрите. Прикольная вещь, я не помню, сколько стоит. Естественно, на все я оставлю ссылочки. Но, естественно, мы с такой темой гулять не будем. И, честно говоря, может быть, я не знаю даже для кого она, но, может быть, она еще пригодится. И Денька даже с ней не играет. Дэнь, может, ты будешь поиграешь это как игрушкой, зай? На, поиграй хоть как игрушкой. Это что мама купила зазря? На. Я вот здесь положу. Поиграй. Что ты зеваешь? Ты что, не выспался, моська? Ты не выспался? Вот, короче, такая ерундовина. То есть, вот матовые помады меня порадовали, как всегда, да? Вот эта ерундовина, выкинутые деньги. Вот этот вот тоже выкинутые деньги. Но, вы знаете, когда он был чуть-чуть поменьше, я как-то, ну, думала о такой штуке. Но она, если и понадобится как-то, и может понадобиться, пока ребенок еще что-то не понимает. На пару месяцев, но смысла не вижу в этом. Девочки, у меня супер живучая камера. Она сейчас свалилась и просто впечаталась в половину. Ну смотри, как классно мы с тобой играем. Смотри, как классно мы с тобой играем. Пойдем. Смотри, мы с тобой на привязи. И никуда ты не убежишь. Ой, у него снимается рука, смотрите. Надо получше закрепить, а то вылезет пацан. Че, маленький мой? Мама издевается над тобой, да? Мама издевается, скажи, это что такое? Ты говоришь, сними, да? Сними это. Я снимлю, я тебе снимлю. Даже камера упала. В знак того, что надо снять с ребенка эту гадость, да?
Свобода! Свобода попугаю! Дальше. Давно хотела заказать для хранения. Наконец-таки я заказала такую штучку для бюстгальтеров. Именно конкретно для бюстгальтеров. На самом деле мне одна из подписчиц прислала такую штуку. Говорит, ты не знаешь, есть ли такие в фикс-прайсе? Может, если она меня смотрит, то она вспомнит. Она единственная была. Есть ли такие штуки в фикс-прайсе? Я говорю, нет, я таких не видела. Но я решила такую вещь посмотреть на Алиэкспресс, потому что мне захотелось. Мне захотелось такую штучку с сиреней. Смотрите. Мы ее с вами открываем. Сзади она с вами застегивается у нас. И у нас... А, единственное, блин, Шуникаев. Смотрите. То есть у нее есть перегородочки, но вот здесь вот дырка такая. Лифчики могут падать вниз. Ну, короче, классно. Сейчас я наполню ее своими лифами и покажу вам. Мне кажется, это очень крутая штука. И стоит она вообще очень маленькие деньги. Вот так вот я уложила свои лифы. Но я вам скажу, что в каждую можно положить не по одной, а по две. То есть тут помещается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но место еще остается, видите, здесь и в каждой. Так что можно уложить по две. Например, там белые, желтые, по цвету можно разложить. Ну, короче, мне кажется, что-то в этом есть, да? Дальше для хранения я себе также заказала две очень интересные вещи в двух цветов. Они одинаковые. Давайте начнем. Не начнем, а на розовенькое я покажу. Я люблю на самом деле хранение. Их хранение какое-то компактное. Это вот такая вещь, разделенная вот такими штучками. Вот раз, два. Единственное, что я думала, она придет вместе с вешалкой. Так как я заказывала что-то, мне пришло вместе с вешалкой, кстати. У меня есть для бижутерии, для хранения. С вешалкой пришло. Тут без вешалки. Но сюда можно вставить любую, в принципе, вешалку. Вот сзади. И все. И повесить это в шкаф. Например, здесь можно хранить ремни. Можно хранить, там, не знаю, шапки. Да? Свернул, положил. То, что у меня как раз-таки лежит, у меня есть такая штучка, я покупала в Икее, уголочек. И там вот все, знаете, подряд лежит. А хорошо было бы разделить, например, пояса отдельно, шапочки отдельно. Что у меня там еще? Шарфики такие, знаете, которые завязываются на шейку, небольшие, да? То есть вот именно вот такого формата. Классно, что оно прозрачное, что видно. Я взяла себе два цвета. Естественно, розовый, это естественно. Ну и бежевенький. Если мне хватит одного, то этот я подарю кому-нибудь из подружек. Вот. А если не хватит одного, то использую два. Вот. И мне кажется, что на вешалке хранить это очень компактно и клево. Так, что еще? Сейчас посмотрю вторые зубы. Где-то они были. В общем, не нашла я вторые зубы, но такая же херня, честно говоря, одни подороже, другие подешевле купила. Кстати, я теперь заказываю только все на Алиэкспресс, потому что был у меня обзорчик Спандау, помните? Мне так и не пришли вещи, которые я заказывала, и я не успела за все отследить, вернули мне деньги или нет, потому что, ну, блин, там в течение 2 месяцев, и у меня все постоянно приходят, уходят какие-то деньги, это очень сложно отследить. И вот Спандау, я еще заказывала все носочки, мне пришли вот такие носочки. Ну, по-моему, они какие-то другие были. Или такие, не знаю. Короче, у меня теперь есть вот такие носочки. Они под босоножки прикольно смотрелись, по-моему, там. И еще очочки пришли. Но мне кажется, что такие за такую же цену можно заказать на Алиэкспресс. Если я сейчас найду ссылочку, я вам оставлю. Я, по-моему, видела на Алиэкспресс. И я считаю, что на Алиэкспресс более все надежно. И все намного быстрее приходит. Это Остин, это для тебя. Это я просто сейчас рекламу эту слышала, поэтому она вам не играет. В принципе, так-то симпатичный, да? Ничёшный, что-то есть интересненькое. Только здесь... А ты хочешь померить? Расставлены сильно эти штуки. Ну-ка. О, получше. Я вообще не люблю очки с дужками с такими. Ну, можно оставить. Хотя китайское стекло, у меня сейчас хорошие очки, 4 пары есть. И мне вот в них достаточно комфортно, даже 3 из них. Заровские, которые они на меня большие, все время спадают, это так все время бесит. Вот, поэтому теперь через китайское стекло и пластмассу как-то не очень-то. Ты видишь себя там, да? Давай, померим тебе. Покажешь девочкам, как ты выглядишь? Вот, кстати, это твой размер. Посмотри.
Короче, вот такие. Они стоили там рублей 100, по-моему. Не знаю, будут ли они стоить на Алиэкспресс. Но что-то в них есть. Все, что я показала, все ссылочки под видео. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Вы можете также, вот как, например, было с этими зубами, вы можете присылать, на самом деле, мне свои пожелания. Если действительно какие-то прикольные вещи вы увидите на Алиэкспресс, которые захотите, чтобы я затестила, и мне их будет интересно приобрести, потратить на них деньги, то я обязательно это сделаю. А сейчас я вас целую и люблю. Да, все это можете присылать мне в Инстаграм, я его оставлю здесь. Я вас целую и люблю, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Чего ты буянишь, зай? Ну, открой.